Больше за 450 тысяч квадратных метров летось и амаль 500 тысяч сёлета. У комитете по архитектуре и будаўніцтве Гомельского облвыканкама подвяли выники будаўніцтва жилья у минулым годе, а так само поделились планами на 2019. Для громадян, якія мають потребу у поляпшэнні жилёвых умов у 2018-м, призначалася полова квадратных метров. 160 тысяч будавалася с выкарыстанням державной падтрымкі. Гэта на 15% больше, чем планавалася. Так само за сродки областного бюджета уведено у эксплуатацию 25 тысяч квадратных метров арендного жилья. Все это акцент будет сделан на его будаўніцтва у невеликих городах. Каля 100 тысяч квадратных метров побудовано на коммерцийной основе. До прикладу, у Гомеля появились 12 новых шматкватерных жилых домов. Уже в этом году жыхарам региона пропоновано 540 квартир в областном центре. На этот год у нас минимальный план 475 тысяч метров квадратных. В этом году будет начато строительство более чем 90 жилых домов. В прошедшем году мы ввели 60 домов в эксплуатацию. И также сделан упор на 2019 год. Это индивидуальное жилищное строительство, развитие индивидуального жилищного строительства. Проведен областной семинар со всеми райгорисполкомами в части увеличения объема индивидуального жилищного строительства, привлечения подрядных организаций строительства под ключ, строительства индивидуального жилищного домов путем крупнопанельного домостроения. Поэтому каждый желающий в свой может обратиться в райгорисполком, местную администрацию. Активно ажыццяўлялася будаўніцтва жилья и у Российской Федерации. Экспорт по выниках 10 месяцев 2018 года склал амаль 24 миллионы долларов. Узведено больше за 40 тысяч квадратных метров жилья. Работы проводились у Обнинску, Курску и Калузе. У двух апошніх городах будаўники протягнуть працавать и сёлета.